Пару лет назад в районах Республики Башкортостан начали вырубать лесопосадки. Ушлые бизнесмены придумали новую фишку, скажем так, да, под видом кронирования просто-напросто вырубались деревья. Когда я начал разбираться, они отвечали, что якобы проводится кронирование, да, ну разве вот таким образом проводится кронирование? Вот мы видим итоги этого, да, когда спилили просто-напросто стволы, да, а оставшиеся, грубо говоря, пеньки, они просто-напросто, ну, не смогли дальше продолжать свою жизнь. И вот большое количество деревьев просто-напросто погублено. Вот кто вот будет восполнять этот ущерб, об этом как раз сейчас спросим у местного активиста Иглинского района Юлии Фишер. Юлия, я знаю, что 2 года назад история с кронированием также возникло в Иглинском районе, да? Вы писали жалобу природоохранную прокуратуру, которая в дальнейшем, уже представляя ваши интересы, подала в суд. Вот расскажите об этом. Ну, если коротко коснуться этой темы, значит, у нас случилось так. Местные жители обратили внимание, что варварски начали вырубать деревья. Это у нас лесозащитная полоса была тополиная. Здесь у нас дублер М5 идет, дорогу построили. И, получается, глава сельсовета, не знаю, чем она мотивировала это, на тот момент исполняющая обязанности, пригласила компанию некой «Солнечные Бузовьязы». И, как выяснилось, заключила с ними безвозмездный договор на вырубку деревьев. То, что они все это вырубают и себе это забирают. Что они с этим дальше будут делать, как выяснила природоохранная прокуратура, они это продали всем известный кроношпан. А вообще, как бы, ситуация такая. Понятно, что деревья растут, деревья стареют, где-то надо делать вырубку, где-то надо делать кронирование, но не вот таким вот способом. При этом в любом случае это все происходит с определенной процедурой. Должно быть лесопатологическое заключение, что деревья действительно больные или приносят угрозу жителям, населенному пункту. Как выяснилось, лесопатологическое заключение было недействительным. И на основании этого был заключен договор, который природоохранная прокуратура уже, получается, в Верховном суде Республики Башкортостан подтвердила, что да, вырубка была незаконная, и ответственные лица должны понести соответствующее наказание. Но, как у нас всегда происходит, сначала надо определить, а какой же ущерб нанесен. Когда коснулось дело нанесения ущерба, оказалось, что данная лесополоса, в которой более 1000 деревьев вырублено, не стоит на учете, то есть никому не принадлежит. Фактически получается, как бы, ущерб есть, и его одновременно нет. Судом было постановлено, что администрация сельского поселения должна поставить на учет и посчитать, какой же ущерб она нанесла муниципалитету. Но по настоящее время вынесено решение в 2020 году. Сегодня у нас 2022, ничего не решено, никакой ущерб не посчитан, лесополоса до сих пор не на учете. Когда я разбирался с так называемым кронированием, да, основная причина кронирования была это то, что мешали ЛЭПу. Здесь вообще поблизости нету никаких электросетей, да. А какова была вообще основная причина для того, чтобы проводить это кронирование? Ну, вообще причин много якобы озвучивалось, да. Причина была, что строящаяся дорога, деревья будут мешать, там корневая система, асфальт разрушит. Но у нас дорога построена до дороги от деревьев метров 15-20. Потом нам сказали, говорит, ну хорошо, дороги не мешают, домам будет мешать. Люди, говорит, жалуются, ветки падают на жилые здания. Ну, давайте посмотрим, где здесь дома ближайшие. Наверное, я не вижу, но они, видимо, есть. Вот. Потом, ну, как бы, скорее всего, тут вопрос денег стоял. Кому-то было нужно получить много денег с этой посадки. И кто надо, их получил. Но виновные пока не найдены. Получается, что сельсовет не исполняет решение суда, да, и почему-то это позволительно, да, необходимо, наверное, подключение к данной ситуации судебных приставов исполнителей, которые должны добиться того, чтобы исполнение решения суда было. Я обязательно включусь в эту проблему и буду добиваться того, чтобы решение суда было исполнено.